Я кого-то хочу процесс. Давай, вот так. Подожди. Подожди, подожди. Это что было? В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройки своего аккаунта тег создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик на обзор свечения для рикошета. Я опять же не знаю, возможно даже этот ролик у нас не выйдет, потому что, ну что будет через пару минут, возможно через минуту, вот, maybe я у нас этот ролик просто-напросто и не выпущу, его не увидите. Ну короче, если вы увидите, значит меня что-то удивило, значит меня что-то, как говорится, соспособствовало выходу данного ролика. Короче, мне один, соответственно, молодой человек из товарищей помощников игры Танк Онлайн сказал, типа, а ты будешь делать обзорчик на цвет выстрела на рикошета, или ты просто на стриме его посмотришь, потому что он у нас выходил вчера, я его не смотрел. Вот, и говорю, да не знаю, я его вообще-то не смотрел, еще не знаю даже, как он выглядит и стоит ли вообще это отдельного ролика, отдельной записи. Вот, и на что он мне сказал: ты просто офигеешь от этого выстрела. Заинтриговал, скажу, ребята, заинтриговал, подлец такой. Смотришь этот ролик, привет тебе. Вот просто интригант уровень бог, я вам серьезно говорю. Вот, если вы также заинтригованы, как я, обязательно поставьте лайк данному видеоролику. Это, ребят, не нужно забывать делать, и напишите комментарий обязательно. Вот это очень мне помогает, ну а я, соответственно, вам записываю ролики, веселю вас как-то, развлекаю и делаем интересные для вас конкурсы. Короче, заходим в магазинчик. Вот он, этот цвет. Продается это все в спецухе за целых 20 тысяч танкоинов. Бластер он называется. У нас приобретаем контейнеры. Да, контейнеры нам не интересны. Нам интересен именно цвет. У меня, кстати, до этого стоит просто обычный багровый. Вот, а вот он, бластер. Давай, бластера мы с вами, в принципе, тоже можем себе позволить, можем установить. Ну давай, погнали. Мне сказали, что эта штука меня офигеть как удивит. Ты просто офигеешь, такого в танках никогда не было. Да это даже не цвет выстрела, это какой-то эффект выстрела. Я, короче, не понимаю, что он мне пытался вчера объяснить, но опять же сказал, что я охренею. Я хочу сейчас охренеть. Не, что, если, как говорится, я охренею, значит и вы должны охренеть. Правильно, правильно. Вот мне сейчас интересно, если я сейчас сижу, распинаюсь, а там просто какой-нибудь переливающий багровый каким-то с другим цветом, и, естественно, вы этого ролика не увидите никогда в жизни, потому что, ну, он в итоге выйдет у нас какой-то шляпой неинтересной. Правильно, правильно. Так, ну давай, давай. Я кого-то хочу протестить. Давай, вот так. Подожди. Подожди, подожди. Это что было? Оно искрится! Ни хрена себе! Слы! Ох ты, подли! Ох ты, подли! Не обманул. Не обманул, гад такой. Удивился. Ой, значит, ролик будет. Ни хрена себе. Слышь, что? Ну. Блин, ну такого в натуре никогда не было еще в Танк Онлайн. Просто меняется цвет выстрела. Окей, без проблем, но проблем как... Лагает, да? Понимаю, а ничего, что у меня вообще-то зарядик мой тратится. Просто меняется цвет выстрела без проблем, но понимаю, всегда, как говорится, это у нас было практически. И, а ты всегда меня будешь замораживать? Или только у меня так не везет, когда я играю на рельсе с каким-нибудь интересным эффектом? Чтобы там оглушение было или еще чего-нибудь. Чувак абсолютно меня
каждый выстрел замораживал. Нормальная такая тема. Блин, имба штука. Ё-моё. А чё делать? Я теперь хочу на рикошете поиграть. А как на рикошете играть? Мне нужно на другой пушечке сейчас заряжать и играть, соответственно, потому что завтра битва ютуберов. Я хочу на этом. Ой-ой-ой. Это был тактический ход от Ореха. Я вам отвечаю, ребята. Это стопудняк тактический какой-то ход от Ореха, потому что он специально выкатил, соответственно, такую годную штуку, чтобы, соответственно, меня забайчить немного, чтобы я у нас немножечко отвлекся от этого. Соответственно, я имею в виду от битвы ютуберов, и немножко расслабил свои булочки. Не, ну естественно, Орех попыточка была неплохая. Я бы даже сказал, попытка в какой-то мере прям просто идеальная, потому что такого действительно в танках еще не было. Единственный, как говорится, минус у нас заключается в том, что, ну, все-таки пока, как я понимаю, можно этот цвет выстрела достать только из спецприложения, которое, на секундочку, мать его, стоит 20 тысяч танкоинов. Это, как говорится, достаточно немалая сумма танкоинов, сумма, соответственно, денег, которые тебе придется потратить. И я так думаю, опять же, возможно, вот ребята у нас начнут только донатить после того, как ну, maybe ютуберы это все выпустят. Потому что мне кажется, сейчас такая штука есть только у ютуберов. Просто, к слову, я у нас вчера, опять же, видел очень много ребят, которые на постоянной основе кидают донаты в танках и забирают себе какие-то интересные устройства, соответственно, с контейнеров там и т.д. и т.п. Я у нас, опять же, видел вчера чувака, который у нас играет на рикошете, который на все обновы абсолютно у нас донатит. То есть у него есть все. У него есть паладинчик, кризис, гелиус, соответственно, полный комплектик, полный фарш. Вот. И тем не менее, я его не видел с этим выстрелом. Хотя я его вчера уже встречал. И по идее, но он должен был себе это все дело приобрести. Блин, я не знаю, ну это вообще такая бомбическая тема. Ну, может быть, да, окей, знаете, в какой-то мере, ну, покупать это спецприложение только ради одного выстрела, ну, это да, достаточно сомнительная такая тема и сомнительная штука. Но, черт возьми, это не просто меняется у тебя цвет выстрела. Там, смотри, там искорки такие идут даже. Там искорки идут. Ты стреляешь с рикошета, а там идут искры. Ты вообще шаришь? Нет, ты, возможно, не понял. Смотри, ты стреляешь с рикошета. Пунк! Искорки! Пунк! Искорки! Пунк! Это что такое? Блин, ну это в натуре. Это какой-то не просто цвет выстрела меняется. Прям эффект эффектный. Прикольно, прикольно, прикольно. Согласен, на все 100% мне эта штука понравилась. Блин, вот и единственный, знаете, моментик какой меня будет смущать. Смотри, сейчас у нас прям же, опять же, все делают для рикошета, потому что была, соответственно, у нас темная материя. В этой темной материи у нас все боролись за рикошетик. Куча устройств выходит на рикошет. Рикошетик сейчас у нас будет просто имбовать неимоверно. Его особо, я так думаю, нерфить у нас-то пока разработчики как минимум не будут, потому что сейчас на него хайп, причем достаточно прикольный у нас цвет выстрела. Я, опять же, его так не могу назвать, но тем не менее. Это у нас цвет выстрела, который выпустили товарищи разработчики. И прям неплохо. Ты что, тоже у нас с гелиусом играешь? А никакой натуре, чувак, у нас тоже гелиус себе вывел. Вот хат такой. Я тоже себе хочу гелиус заполучить. Блин, прикольно. Прикольно, приколдесно, мне очень сильно нравится. Я прям в восторге. Я прям в приятном, знаете, таком восторге. Потому что было до этого, что, соответственно, разработчики у нас именно цвета выстрела. Ну, вы сами видели и сами, соответственно, понимаете за эту штуку. Просто у тебя меняется цвет выстрела и все. Блин, ну а сейчас прям эффектики какие-то. Вот, ну и да, обидно, вот только что, что это все-таки делается у нас на донатный какой-то момент и манер. Хотя, может быть, как раз-таки донатные вот эти все штуки, это же всякие дизайнеры сейчас исполняют. И они над этой всей фиговиной работают, они разработчики. Разработчики, ну да что, нужно это все более-менее нормально, как говорится, подредактировать, сделать, и чтобы эта вся штука у нас не лагала и была, соответственно, совместимо прям беспроблемно с нашим клиентиком, чтобы можно было и действительно покайфовать от игры. Правильно? Правильно. Вот, поэтому здесь, я так думаю, трудозатратность такая себе. Не очень высокая. А, здесь три гелиуса, еще чувак у нас гелиус. А че, гелиус у нас где-то раздавали?
Я не пойму, я не получил. У себя на основе почему-то я Гелиуса, ребят, не забрал. А можете в комментариях написать, ребят, по зязе? Там, где эта мусорка, где раздавали Гелиус всем? Его что-то прям, ну, очень много. Прям руили много. Можете прикупить каких-нибудь ультраконтейн. Я у нас, знаете, вчерашним открытием немножко воодушевился. Типа, о, выбил себе, соответственно, красное свечение с ультраконта. Ща попрет. Но мне кажется, мне сейчас еще где-то плюс-минус 300 ультраконтов. Не будет ничего падать, ничего дропаться. Вот, поэтому ничего, Вадимушка, не попрет. Поэтому не обольщайся так сильно. Ладно, на этом с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Show.